волшебники! Заклинанием сжимания! Волшебство! Всем привет! Меня зовут Папа Коля. А меня Иван Николаевич. И сегодня с Иваном Николаевичем мы поиграем в волшебников. А как это? Честно говоря, я еще и сам, Вань, не знаю. Но ты веришь, что я могу без помощи рук смять вот эту вот банку? Нет, не верю. Смотри. Ахалай, махалай, банка! Сомнись! Я знал, что с первого раза у нас ничего не получится. Наверное, не случайно у нас на столе, кроме вот этой вот жестяной банки, стоит горелка, блюдце с водой и наши волшебные ручки. Ну что, сможем мы при помощи всего этого смять банку без помощи рук? Я думаю, да. Проверим? Давай. Итак, как говорят физики, все гениальное просто. Мы не физики, но эксперимент мы все-таки проведем. В нашу пустую алюминиевую банку, фирменную Тили-Тили ТВ, мы при помощи воронки нальем воду. Да, нальем воду. Совсем маленечко, буквально несколько капель. Убираем воронку, она нам больше не нужна. Уважаемые взрослые и дорогие мои дети, пожалуйста, не проводите этот эксперимент самостоятельно. Обязательно пригласите старшего брата, маму, папу или кого-то, чтобы вам помогли. Огонь и дети – две вещи несовместные. Наша горелочка, тут тоже обязательно помощь взрослого. Вот она горит. Обязательно перчаточку, потому что, естественно, горелочка будет нагревать у нас что-то. В данном случае нашу банку. Те самые капельки воды, которые мы залили туда, нам нужно разогреть. На горелке буквально одну минутку нагреваем нашу банку до того момента, когда вот эти вот капельки воды, которые мы залили внутрь, начнут кипеть. Это мы поймем по пару, исходящему из банки. Вот пошел пар, это значит, что вода закипела. Отставляем горелку в сторону и аккуратно переворачиваем банку, стараясь водой, которая находится в блюдце, заткнуть нашу дырочку. О! О, он получилось! Волшебство? Да. Вот так вот, практически без помощи рук, мы смяли банку. Но мы же не остановимся с тобой на маленькой баночке. Нет. Найдем что-нибудь побольше? Давай. Дай-ка подумать. Давай-ка мы возьмем 5-литровую банку. А давай. Что будет? Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ба-бам. Ну что ж, наша локация немного изменилась. У нас добавилась практически целая ванна прохладной воды. 5-литровая банка жестяная, по-прежнему горелка и желание сделать так же, как вон с той маленькой баночкой. Что, попробуем? Давай. Зажигаем горелку. Горелка пошла. Так, Вань, мне нужна будет твоя помощь. Держать? Горелку держи, да? Держи горелку. Видим, что там внутри закипает жидкость. Пошел пар. Нагреваем. Кипит, там булькает. Ну что, готовы? А выключить? А! И переворачиваем. Ну, по нашей глубокомысленной идее, должно было произойти то же самое, что с маленькой банкой. Ну, походу, ничего не делается. Наша большая банка тоже должна была схлопнуться. Держи горелку. Один вариант – надавить на клапан. Ничего не происходит. Может, надо подождать? Да. Большой бадамум у нас с тобой не получился. Ну что, продолжаем? Давай. Мы немного поменяли локацию. У нас появилась практически целая ванна воды. По-прежнему большая у нас 5-литровая банка жестяная, горелка. Ну и, собственно говоря, тот же самый процесс мы постараемся с Иваном Николаевичем сейчас воспроизвести на больший объем. Вань, я поднимаю банку, ставим горелку, ты держишь. Угу. Нагреваем. Все у нас горит. Держим.
Водичка сразу чувствуется там забурлила, закипела, потому что буквально немножко мы туда налили тоже, несколько капель. Первый порог у меня здесь уже появился, идет. Но мы греем, чтобы пар вытеснил весь воздух из банки. Нагреваем хорошенько. Вот парит, парит. Кипит водичка в банке. Вот, может быть, даже вам уже видно, как идет пар. Я практически в тумане здесь разговариваю с вами. Шкварчит в руках банка, там вода кипит. Ах, даже наверху уже чувствую, как нагрелась. Поэтому внимание. Переворачиваем в воду. Не так, чтобы ура, но ура. Да, действительно. Наконец-то мы сжали эту банку. И практически ничего мы с ней руками не делали. Все произошло само собой. А баночка-то потяжелела, набрала воды. Ну что, вот такой вот результат нашего эксперимента над большой банкой. А у тебя нет банки побольше? Не знаю, давай проверим. А мне кажется, я знаю, где стоит посмотреть. Не остановимся на достигнутом? Нет! Мы свернем горы! Мы разрушим все банки! И такие! И такие! Больше у нас нету. Остановимся вот на таких. Пошли за бочкой. Пошли за бочкой. Я тебе нашел эту жестяную банку, Иван.